Сахалинск, 10 мая, РИА Новости. На жителя Сахалина заведено 19 уголовных дел. За два года он незаконно перевез в Японию морепродуктов на 300 миллионов рублей, сообщает в четверг пресс-служба сахалинской таможни. Сахалинский предприниматель за два года незаконно поставил в Японию морепродукты общей стоимостью 300 миллионов рублей. За контрабанду и уклонение от уплаты таможенных взносов на островитянина завели 19 уголовных дел, говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что на протяжении двух лет бизнесмен пользовался фальшивыми документами для таможенных служб. Он подделывал контракты на вывозимый товар и заявлял недостоверные данные о стоимости экспортируемой рыбы. В итоге он не выплатил в бюджет 2,5 миллиона рублей.